Погиб при исполнении. Сегодня в Украине вспоминают правоохранителей, отдавших жизни в борьбе с преступниками. Поминальные мероприятия прошли в Одессе на Александровском проспекте у мемориала защитникам правопорядка. Подробности далее в сюжете. Возле мемориала защитникам правопорядка на Александровском проспекте десятки людей. Родственники и сослуживцы зажгли свечи в память о погибших правоохранителях. Пока мы их помним, они живые у нас в сердцах. Поэтому сегодня личный состав, пенсионеры, просто одесситы пришли на памятник возложить цветы, зажечь свечку, чтобы вспомнить тех ребят, которые не вернулись со службы, не вернулись с задания. Вечная им память. К мемориалу пришел Иван Размариться со своим сыном. Его брат Александр погиб 6 лет назад в перестрелке с бандой киллера Аслана Дикаева. Тогда на трассе чеченский киллер открыл автоматный огонь по остановившему его инспектору ДПС. Прапорщик Размариться погиб на месте. Сегодня на руках у Ивана 3-летний сын Александр, названный в честь брата. Мы сегодня пришли почтить не только его, и дядька наш тоже Адарев, в честь которого названа улица в Одессе. Он тоже погиб при служебных обстоятельствах, тоже при задержании опасного преступника. Сегодня день ихний, сегодня ихний праздник, сегодня мы их всех вспоминаем. Всего за годы украинской независимости погибли более 600 правоохранителей. При этом почти половина из них во время военных действий на востоке нашей страны. Мишель Арманд, Виталий Кононов, 7 канал.